В Москве был подписан договор о возвращении Крыма в состав России. Этот весенний день стал праздничным днем и отмечается не только на полуострове, но и по всей нашей стране. С этого поистине исторического момента прошло 10 лет. В честь юбилея мероприятия проходили по всей стране. Не остался в стороне и Алтайский край. Главным событием празднования стал концерт в стенах Краевой филармонии. Помимо Виктории Гальцевой на сцене выступал мужской ансамбль и симфонический оркестр Краевой филармонии, вокальный ансамбль детской школы искусств номер 6 и квартет «Перфомен» из Москвы. Исполняли в основном романсы и пьесы, посвященные полуострову. Посмотреть на программу пришли жители всех возрастов. Вся программа насыщена современными песнями, все. А при том, ну, праздник десятилетия весны не только по телевизору. Я все люблю воочию услышать, особенно с симфоническим оркестром. Это очень приятно. Также на концерте присутствовали почетные гости, ветераны и участники боевых действий, в том числе СВО. Так и получилось сейчас, вот и сын у меня тоже как бы принял участие вот именно в данных событиях, которые были в 2014 году. Вот такое вот смена поколений получилось у нас. Событие очень нужное, событие очень правильное. И никто никогда и не говорил о том, что Крым должен принадлежать другому государству. Кстати, тогда, 10 лет назад, как и вся страна, Алтайский край тоже помогал Крыму. Неравнодушные жители региона собрали более 1,5 миллиона рублей для людей полуострова. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.